Вокзал Новосибирский Южный получил статус охраняемого объекта культурного наследия. В состав памятника истории и культуры вошло 8 объектов, которые были построены в 1912-1915 годах. Вокзал Новосибирский Южный ранее был станцией Новониколаевск Алтайской железной дороги. Здания вокзала и ряд относящихся к нему помещений были построены по единому проекту. Это единственный в регионе образец хорошо сохранившегося станционного сооружения –